Одинцовская общественная палата совместно с местным подразделением Московской областной коллегии адвокатов провели встречу «День бесплатной юридической помощи для жителей Одинцовского округа». На этот раз встреча прошла в Звенигороде. Каждый мог получить квалифицированную правовую помощь по любому вопросу абсолютно бесплатно. У нас здесь присутствуют профессионалы, и ту помощь, и те советы, которые люди получают, на самом деле они действительно, ну, скажем так, квалифицированные, и за качество этой помощи мы можем отвечать. Здесь важно, что если мы не можем сразу решить вопрос, потому что что-то требует правового дальнейшего, да, там, взаимодействия, проработки, ну, мы обязательно просто расскажем, куда дальше надо обращаться и что надо делать. Чтобы о предстоящей встрече узнали как можно больше граждан округа, информацию распространяли через администрацию, социальные сети, чаты жителей. За отсутствием регламента по времени у людей была возможность подробно рассказать о своей проблеме и получить грамотную консультацию или наметить этапность дальнейших действий в ее разрешении. Устная консультация, план все-таки мероприятий, что нужно делать, есть ли варианты судебной защиты в данном деле, какие документы нужно собрать, а дальше уже для себя гражданин решает, нужно ли ему заниматься этим вопросом, может ли он самостоятельно довести это дело до конца, нужна ли ему помощь юриста или адвоката. Дни бесплатной юридической помощи проводятся в округе ежемесячно на протяжении 4 лет. Организаторы отмечают ежегодный рост не только количества обращений граждан, но и повышение юридической грамотности населения. Елена Краева, Михаил Лакеев, телекомпания «Одинцова».